Стоять! Не с места, Кортес! Ну ладно. Приехали. Так, парни. Разборок по-мексикански захотелось. Не угадал. Наш снайпер просто держит тебя на мушке. Очень мило. Но все это время вашего снайпера пас мой беспилотник. Ты про тот, что теперь под контролем хакера? Ты про хакера, чью жену я только что похитил? Ты про жену, которая подала на развод? Херня. Их брак нерушим. Уж поверь, это не так. Я полгода их прикрывал. Понял, ковбой? Тебе не уйти, сдавайся. Что ж, вы меня перехитрили. Вот только одного не учли. У меня всегда есть свой человек. Ты про Чаки Чиза? Я знал, что он подставной с первого дня. Бум! Второй снайпер. Так ты знал все это время? Да. А я все это время знал. Что ты знаешь? Ты еще не понял, сосунок? Я с самого начала знал, что ты знаешь, что я знаю, кто ты. Все время. Походу, у нас тут настоящие мексиканские разборки, парни. Под прицелом мне жутко захотелось есть. Хочу кусочек черничного пирога. Спецагент Блубери Джонсон заступил на службу. Так ты был шпионом? Именно так. А мое секретное задание? Уличить вас во взятничестве. Простите, сэр. Погоди. Что? Ты хотел уличить меня? Да кем ты себя возомнил, Блубери? Кто я, по-твоему? Такой. Чё за... Даже не знаю. Задай этот вопрос... Себе. Нет. Не может быть. Вы поглядите на себя, придурки. Играете в кошки-мышки. Разгадку под самым носом так и не нашли. А она все это время была под моим лицом. Блять! Че такое? Че? Ты только что был пушкой. Че? Не-не-не-не-не-не-не. Какая змея нахуй пушка? Вы че? Да, настоящей пушкой. Я человек, я не пушка! Ну, плачешь ты как девчонка. Да пошли вы оба в жопу, сейчас всех положу! Эй, стоп, стоп, спокойно, спокойно, ребят. Послушайте, давайте уже разберемся, кто на кого ствол направляет и кем притворяется. Вы согласны? Ну, идет? Отлично. Вот так. Итак, ты открылся, притворяясь мною. Да. А этот засранец оказался пистолетом. Может, заткнешься уже? Сам заткнись, ты мерзкий ствол. Как ты меня назвал? Ребят, тихо! Из-за этого все понятно? Да? Ну, я все понял. Да, давайте разберемся. Ты туда. Я победил. Я победил. О, нет. Поверить не могу. Не может быть. Это же шутка. Только не пистолет. А как же свадьба моей дочери? Сукин сын, я же доверял тебе. Ладно. Но ты кое-что не знал обо мне. На самом деле я чел. А вот и место преступления. Ну, гений, что скажешь? Ну, перед нами юноша азиатской внешности. Судя по всему, решил сократить дорогу и пошел этим путем. А вот черный пирог, который сам себя порешил. Первый же обставил все так, словно это пистолет погубил пирог. Обычная безумная ночка в зачарованном городе. Подписывайся на канал и группу ВКонтакте UAMAX.